Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о термоволокне. Это синтетический материал, из которого делают очень хорошего качества парики. Они не боятся горячих воздействий, можно делать манипуляции до 180 градусов, больше и не надо. Теперь поговорим о плюсах и минусах. Минус в том, что их нельзя красить. Любая краска, даже безаммиачная или тоник, нарушает структуру волоса, ложится неравномерно, ну и быстро выцветает. И теперь плюсы. Плюсов гораздо больше. Первое, структура волоса мягкая, матовая, не блестит. Второе, то, что тонкий, легкий, воздушный такой парик. Третье, его можно завивать, делать голливудские локоны, да, либо выпрямлять. И немаловажный момент, это бюджетная категория париков. Ну, теперь хочу показать, как они сидят на мне. Вот. Сейчас я одену. Как всегда, надо убрать свои волосы хорошо, да, отрегулировать парик. А здесь в каждом парике есть размерный ряд. И спокойно надеваем его. Убираем свои волосы туда, поправляем. Здесь есть такие височные зоны. Этот парик компании Original. Хорошего качества, легкий-легкий, легче даже, чем натуральный, поэтому можно носить его с утра до вечера, без вреда для собственных волос. Вот, так мы выпрямили. Все и носим. Приходите к нам.